Производительность бункера достигается до 20 тонн в час. В данном транспортере установлена собственная гидравлика. Машина производит первичную очистку и укладку в бурт. Всем привет! Меня зовут Михайлов Павел, менеджер компании LBR Агромаркет. Сегодня мы находимся в крестьянско-фермерском хозяйстве сосковца Владимира Анатольевича, которое находится в Омской области, в Омском районе. Хозяйство занимается выращиванием овощей. Это картофель, свекла, лук, морковь и так далее. Недавно в этом хозяйстве приобрели передовой бункер, о котором мы сегодня вам и расскажем. Сегодня я хочу вам представить новинку Минского экспериментального завода – приемно-погрузочный комплекс ППК-1240. Данная машина предназначена для приемки овощей, картофеля, свеклы, лука и так далее из транспортных средств или прицепов с задней выгрузкой. Машина производит первичную очистку и укладку в бурт шириной до 12 метров. Все технические характеристики указаны на нашем сайте, ссылка, как всегда, в описании под видео. Основные технические характеристики данного бункера. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это рама с собственной ходовой частью и гидроприводом. Два передних колеса имеют гидравлический привод и систему рулевого управления, что позволяет комплексу маневрировать внутри склада, не прибегая к помощи дополнительного тягача. Данный бункер оснащен специальным модулем, который производит непосредственно первичную очистку овощей от камней и грязи. Он состоит из 6 полиуретановых вальцов, которые приводятся в действие гидромоторами. Вся грязь, которая осыпается с этих вальцов при первичной очистке, она попадает на ленточный транспортер, который удаляет эту грязь. Также мы видим ленточный транспортер, с помощью которого и производится укладка в бурт, либо погрузка в транспортные средства. Высота подъема данного транспортера для укладки в бурт или загрузки составляет 4 метра 10 сантиметров. Поворот транспортера осуществляется за счет гидроцилиндров. Производство гидравлики на данном транспортере представлено фирмой Denfoss, производство Германия. В данном транспортере установлена собственная гидравлика, которая приводится в действие гидромотором. Мощность гидромотора 11 кВт. Данный комплекс приводится в действие посредством подключения 380 вольт. Запуск щитка, значит, здесь мы видим регулировку вальцов, то есть у вальцов есть собственные скорости, на которых они могут работать. Вальцы установлены по 3 штуки. Можно регулировать, то есть 3 будут работать медленно, 3 будут работать быстро. Также у вальцов есть турборежим. Турборежим включается для того, чтобы очистить вальцы от налипшей грязи. То есть транспортер для удаления мусора на собственном гидромоторе. Здесь, значит, мы видим систему управления гидравликой и гидравлический мотор на привод колес. Применение резинотканевой шевронной ленты фирмы Barbieri, производство Италия, обеспечивает равномерную разгрузку картофеля с минимальным скатыванием. Объем бункера 6 кубических метров. За счет этого производительность бункера достигается до 20 тонн в час. Что является немаловажным фактором в работе данного бункера, это возможность регулировки очистного модуля. Возможно, регулировка по углу наклона очистного модуля. Данная регулировка служит для того, чтобы обеспечить непрерывный поток продукта на транспортер и в последующем бурт. Если угол наклона большой, то снижается степень очистки картофеля, но повышается производительность бункера. Если угол наклона будет немного меньше, то степень очистки картофеля будет выше, но производительность меньше. Задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. На этом у меня все. До новых встреч!